Между тем, найти источник вредных выбросов в Омске уже просят Владимира Путина. Напомню, прямая линия с президентом состоится в следующий четверг, 15 июня. Руководитель местного отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина уже направила обращение, в котором просит главу государства разобраться в проблеме и помочь найти виновников. Между тем, сегодня в Советском районном суде началось рассмотрение иска Росприроднадзора к омскому нефтезаводу. Надзорное ведомство требует прекратить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на конкретных источниках. Однако, как заявил представитель предприятия, если такой иск удовлетворят, это грозит прекращением работы завода, а также социально-экономическими последствиями.